троллейбусного депо «Химок» начинается с 1997 года. Тогда запустили первую линию этого общественного транспорта. Сегодня в городском округе осталось три действующих маршрута. Территория парка более 1,5 гектаров. С каждым годом троллейбусы совершенствуются и улучшаются. И, конечно, продолжают пользоваться огромной популярностью среди жителей «Химок». Экскурсию по парку троллейбусного депо провели для юных жителей «Химок». Встреча началась с поездки. Как вы думаете, сколько живет троллейбус? Какой его вообще жизненный путь? Вот его выпустили с завода. Сколько лет он функционирует? Наверное, лет 20. После 10 лет делается в нем полная замена кузова, ремонт проводится, да, и через 10 лет он уже дальше списывается. Сейчас новые современные троллейбусы им дают уже 15 лет. Троллейбус – это экологичный и тихий транспорт, так же, как и автобус, нуждается в постоянном обслуживании. Детям показали, как моют безрельсовые трамваи и где их ремонтируют. Здесь ребята детально смогли рассмотреть рогатые автобусы. Школьники открыли для себя и удивительные факты об этом общественном транспорте. Например, что у троллейбуса нет педали газа. Педаль называется пуск, нету газа, нету двигателя, понимаете? Поэтому в нем электродвигатель. Формат экскурсии, интерактив и живое общение. Такие встречи дарят яркие эмоции и запоминаются надолго, делится жительница «Химок» Людмила Варламова. На экскурсию женщина пришла с тремя внуками. На самом деле экскурсия такая, потрясающая экскурсия. Мы не ожидали, что сам будет вести директор этого троллейбусного предприятия. Мы очень довольны. Ребята узнали, как выглядит троллейбусное депо изнутри, а еще ощутили себя в роли маляра. Эта часть экскурсии особенно понравилась каждому ребенку. Интересно было красить троллейбусы, прокатиться на троллейбусе в самом парке. Очень интересно было. А еще было интересно походить по разным частям этого парка троллейбусного. Очень прикольно. Экскурсии по троллейбусному депо в Химках для детей разных возрастов проводят регулярно. В этот раз встречу организовали для детей участников специальной военной операции. Это те дети и те семьи, которые закреплены за депутатами, совет депутатов, которым активно помогают. Мы всегда выбираем детей, которые не были у нас, для того, чтобы это им было интересно. В завершении встречи сотрудники госавтоинспекции напомнили ребятам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Но на этом экскурсия не закончилась. Домой с пустыми руками никто не ушел. Юным химчанам раздали сладкие подарки, символические сувениры и воздушные шары. Анастасия Кравцовская, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.